Знаете, ты слышал, что скоро какой-то апокалипсис будет? Чёрт, правда что ли? Так, у меня идеальный план. А какой? Жители, всё потом. Всем привет, друзья, с вами я, Рэти, друзья, и вот опять пшеничка выросла, друзья, и мне скоро её опять собирать, друзья. Но, друзья, пока что не сейчас, а как вижу, там жители что-то столпили. Так, друзья, пошлите на какое-то ихнее собрание. О, привет, житель-фермер, а что здесь вообще происходит? Какой-то конец близится. Чего? Какой апокалипсис? Вы что несете вообще? Что, с ума сошли, что ли? Так, друг, житель. Офигеть, он реально обсидиан здесь, жилет закупился. Что вообще происходит? Ты можешь мне объяснить? Так некогда объяснять. Рэч, помоги мне быстренько отстроить. Успокойся, конца никакого не будет, я бы узнал бы об этом. Как ты можешь узнать? У тебя телевизора нету. Ну короче, либо ты мне поможешь, либо я сам сейчас все сделаю. Ладно, я тебе помогу, я тебя отстрою. Ну, что смогу, то я отстрою, ладно? Ладно, спасибо. А я пока что-нибудь сейчас еще куплю. Ага, ладно, покупать. Так, друзья, так, жители, отойдите. Конец какой-то, друзья. Ну, мне кажется, что никакого конца света, друзья, не будет. Думаю, друзья, реально, вот посмотрите, просто я все сделал, как житель говорил. Ну как, кстати, житель тебе, я все строил, как ты и сказал. Вау, да, прикольно, спасибо, брат. Ладно, все, давай, я дальше сам. Ну ладно, тогда я пошел. Итак, друзья, я уже встал, и сейчас я хочу пойти к жителю. Посмотрите, что-то как, может он успокоился. Погодите-ка, что? Что там происходит? Что? Что это все житель сделал? Ладно, а житель? У тебя есть план, как его, ну, выручить или что-то? Знаешь, я не знаю, на самом деле, смешно выглядит. Я сам тогда. Я все сам сделаю, ладно. Так, друзья, погнали ко мне домой. Не, ну, у жителя вообще вот этот троллинг, он за гранью понимания просто. Как-то так себе на самом деле. Ну, друзья, я сейчас соберусь и выручу нашего друга-жителя. Потому что, ну, шутить над жителем мне я не позволю. Тем более над моим другом. Не, ну, если над другими жителями, то можно. Ну, почти можно, друзья. Теперь, друзья, я полностью экипирован. Теперь я, друзья, сейчас спасу нашего дружочка-пирожочка. Так, хопа. Рать. Чего вы мне здесь говорите? Я здесь занят, я пошел спасать друга. Да, я согласен, надо ему рассказать. Что? А почему? Почему вы передумали? Мы только что узнали, что он у всех жителей украл изумруды. Реально? Он и у тебя украл? Да, украл. Это было просто великолепно. Это был великолепный троллинг, на самом деле. Жители, я просто поражаюсь в вашей гениальности. Вы подшутили над жителем, а этот житель подшутил над вами. Походу, он полностью сбрендил полностью. И подумал, что все изумруды он заберет себе. Это нечто. Ты признаешь, что ты очень умный? Я знаю, что я и так умный. Я так и знал, друзья. Смотрите и наблюдайте, как я буду, наверное, по 100 раз подыхать здесь. Просто чисто на паркуре попробую. Раз... Два. Так, трава мешается. Так. Три. Погнали. Хопа. Тихо. Горю. Так, он отпрос горит. Ай, у меня еще эффект сдохни. Фу, так, у меня еще эффект голода, черт. Давай, Рэч, давай, ты сможешь. Наши изумруды главные верни. А вы только фу ты о изумрудах и думаете. Так, черт, надо теперь, походу, реально киркой все было. На тебе, тупая дверь, она не лома. Фу, все сломал. Это водичка? Это водичка? Ну-ка, друзья, давайте я просто вот так, друзья, просто сделаю. Там же не могут быть пираньи, либо что-то подобие. Черт, это что такое было? Это, друзья, было нечто. Ну, житель дает. Он сделал ров настоящий, прям с пираньями. Ну, там вместо пираньев, конечно, рыба фугу. Но все же это выглядит прикольно. Ну, и я потерял все свои вещи. Опа, есть, так, первая ловушка сделана, готова, так, во вторую я уже не попадусь, так, мои вещи валяются, так, ладно, не хочу падать, не хочу. Фу,
Фу, так чуть-чуть упал опять к этим рыбам фугам. Друзья, у меня будет одна попытка, либо я просто упаду, как обычно. Так, ладно, раз, два, и... Я чуть не упал, я чуть опять не упал. Ладно, так, раз, два, три, опять. Тихо. Тихо, чертовы сумасшедшие рыбы! Чтоб вас! Так, ну, давайте предположим, что я уже потерял две из двух кирок. Придется рукой, друзья, ломать тогда. Так, я бесстрашен. Так, я сейчас, друзья, вот так вот соберусь спокойно. Так, обгончик. Есть. Надо было сразу так сделать. Черт, мои вещички. Все там даже кирка. Так, ладно, друзья. И да, я был прав, друзья. Ну ладно, будем рукой тогда ломать. Почему бы и нет? Мэр? Фу, я его наконец сломал. Житель, хотел так сказать, так, у тебя все изумруды, да, жителей? Ну да, я их спас, ну как спас, я себе их забрал, конец же приходит. Ты посмотри просто, вот вон туда, вот конец же не случился. А, да он будет скоро, погоди, он будет скоро. Хочу тебя разочаровать, жители обманули тебя на самом деле. Они реально обманули, поэтому... Чего? Меня обманули? Да, вот тебя просто так обманули на самом деле, поэтому, дружище, оденься в экипировочку, иди их дубась просто. Я прям так сейчас и сделаю. Ну что ж, так, житель убежал уже, а я, друзья, короче, выберусь по обычной, так, экипировочку, я все заберу себе. Так, друзья, у меня есть такой гениальный план, я сейчас сломаю. И я, друзья, просто в лаву прыгну, а из лавы я выберусь. Раз, два, три... Ой, тихо, быстрее, плыву, так. Я горю, быстрее. Оп, ну да, как обычно. Ну что, жители, все, я спас своего друга, он там сейчас купается, скоро выйдет оттуда. А что там с нашими изумрудами? Да-да, все хорошо с вашими изумрудами, вот бегите, я вам помогу, вот бегите. Жители, бегите. Давайте, спасайтесь, пока можете, потому что мой друг, он выйдет очень злым. Ну что ж, друзья, сегодня мы спасали друга. Я вот ненавижу, когда меня разыгрывают эти жители. Я бы тоже был бы злым. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. С вами был я, друзья, Рэч. Всем удачи и всем пока!